каждую ночь ты сидишь у окна, перемещая звезды. Каждую ночь тебе не до сна. Все это так серьезно. Я помню, я знаю, ветер в твоих руках. Искусственным раем ты в своих мечтах. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, ну что же ты не рад, тебе больше нечему стремиться. Привет-привет! С вами Женя, и мы продолжаем проходить бесконечное лето, потому что оно далеко еще не закончилось. И подводить итоги на самом деле рано, ведь мы, по большому счету, ничего не узнали о лагере Совенок, кроме того, что один конкретный Семен может туда попасть на 410-м автобусе. И ни одна из тех концовок, которые мы до сих пор получили, практически ничего не проясняют о природе этого места. Хотя в концовке с одиноким Семеном было что-то интересное. Но нам нужны ответы, может быть, Семену они давно уже не нужны. Но нам-то надо знать. Да? И вот тут, к счастью, нам дает надежду то, что не все концовки еще пройдены. Еще остается как минимум 3. Ну, наверное, кто-то уже и так знает, но для тех, кто не играл в «Бесконечное лето» сам, или играл, но не сильно в нем разбирался, я немного объясню систему выхода на ту или иную концовку, о том, как вообще устроены визуальные новеллы. Смотрите, на самом деле, за каждой барышней закреплено отдельное число, которое показывает, насколько Семен склоняется к ней лично. Чем это число больше, тем, соответственно, лучше. Ну, то есть не всегда лучше, но тем выше шанс, что Семен останется именно с ней. И для многих выборов, которые нам здесь предлагают, в общем-то, легко видеть, что так оно и есть. Если нам, например, предлагают остаться вечером с Леной в медпункте, то очевидно, что это как-то приближает нас к концовке с Леной. Логично. Но это очевидно далеко не всегда. Взять, например, Мику. В игре есть пара выборов, которые касаются Мику. Но с другой стороны, этого как-то явно мало. На отдельную сюжетную линию и тем более на отдельную концовку не тянет. Но тогда зачем эти варианты вообще здесь? С другой стороны, в игре есть вопросы, которые на первый взгляд не касаются никого. Скажем, есть яблоко в медпункте или не есть? Нет, но если бы мы узнали, что яблоко кто-то положил, то было бы понятно, есть его нам или не есть, но мы так этого и не узнали. А зачем тогда опять-таки Семену это предлагают? И на что это влияет? Таких загадочных вопросов в игре есть несколько. И если вы достаточно терпеливый, то можете попробовать перебрать их все, ну то есть все возможные варианты, комбинации, и выяснить, не приводит ли одна из этих комбинаций к неожиданному результату. Если вы недостаточно терпеливый, то можете залезть в руководство, которых великое множество, и прочесть там готовый ответ. Какой из этих двух вариантов предпочел лично я вам не скажу. А вместо этого давайте просто посмотрим. Итак, первый выбор, который нас интересует, находится еще до того, как Семен попал в Совенок. Он прямо в его сне, где к нему обращается незнакомая девочка. Как я уже говорил, я никуда не хожу с незнакомыми девочками и, судя по всему, правильно делаю, поэтому выберем нет. Дальше. Когда Славя теряет ключи в столовой, мы их забираем и пытаемся проникнуть в секретную шкатулку Ольги Дмитриевны. У нас это не получится, но сама попытка, очевидно, засчитывается. Где-то. Как-то.
Дальше. Дальше, как ни странно, нам надо помочь Мику с ее песней. Не спрашивайте меня, каким образом Мику связана с ключами Слави и тем более со сном Семена и девочками, которых он там видел. Ну, привычная нам мирская логика тут не работает. Совенок — это особое место. И, наконец, в медпункте, когда нам дают то самое яблоко, его надо не есть. Семен должен от него отказаться и терпеть голодный до ужина. Опять-таки, не спрашивайте почему. И вот эта комбинация из четырех ответов, которые непонятно как связаны, но очевидно как-то связаны, она запускает, вернее, пока еще не запускает, есть еще одно место, где надо сделать правильный выбор, и это пойти искать Шурика в старый лагерь в одиночестве. И вот тогда... И вдруг перед нами появляется новая реплика. Ха, как интересно, да? Что же нового можно здесь увидеть? Давайте посмотрим. Я шел и шел. Казалось, что этим туннелям нет конца. Словно меня заперли в лабиринте Минотавра, и скоро появится ужасное чудовище. В очках и с арматурой. Сил оставалось все меньше, и я с трудом опустился на землю, облокотившись о влажные стены шахты. Где же этот чертов Шурик? И сколько я уже времени здесь брожу? Глаза начали закрываться сами собой. Разве что минутку. Семен, ты можешь заснуть в таком месте? Да ты меня удивляешь. Подожди, ты проспал всю смену или что? Я не понял. Какой день три точки? День три точки — это уже ты дома должен быть. Тебя досрочно вышвырнули из совенка сейчас? Что происходит? Ведь иногда сон — это просто сон. Не надо заглядывать в интернет, чтобы найти толкование слону, нагло вторгшемуся в твой мир грез. Не надо думать, что ты видел знамение, пророчество, предсказание будущего. Иногда сон — это просто сон. Красивая история, которая не может произойти в реальной жизни. Сказка, зарисованная отдыхающим мозгом и раскрашенная воображением. Иногда сон — это просто сон. Пусть и в нескольких частях. Маша? Опустим то, что я снова оказался в Икарусе. Кто такая Маша? Она совпадает по цвету с Мику, это случайность или нет? Ну, то есть мы как бы помогли Мику, а тут вдруг... Ну, ладно, ладно. Давайте. А эта Маша говорит так же быстро, как Мику, или нет? Наверное, нет. У меня такое подозрение, что нет. Только Мику может разговаривать, как Мику. А как разговаривает Маша? Блин, у меня столько вопросов сейчас. Мне надо как-то дальше читать. Ну ладно, буду читать, как попало. А там разберемся. Как же это все уже надоело. А? Я поднял глаза и увидел девочку, нависшую надо мной. Так, ну это явно Мику. Мику, почему тебя зовут Маша? Я думал, если честно, что... Нам намекают на сближение с Мику. Ну, то есть я смогу пойти с Мику искать Шурика, но нет. Все страньше и страньше. Ну ладно. Давай нависай, раз такое дело. Что надоело? Все! Как будто тебя кто-то заставлял. Заставляет. Ну, тут не все так просто. Да, я с тобой согласен. А, по-моему, очень даже просто. Да ты вечно... Хватит трепаться, марш за работу! Ольга Дмитриевна, объясните, почему вы переименовали девочку в своем лагере? И что мы делаем в автобусе? Какое лицо у нее сейчас стало? Издалека донесся голос, которому здесь не принято было возражать. Но хоть что-то не меняется тут. Автобус вмиг опустел. Девочка, с которой я спорил,
смешно надулась, резко развернулась, цокнув каблучками, и направилась к выходу. Ее звали Маша. Да, это я уже понял. Так, мы перескочили в неизвестно какой день, день три точки, и Мику теперь зовут Маша. Я могу предположить, что Семен каким-то образом поломал матрицу. Ну, то есть поломал совенок. Вот он сделал какую-то комбинацию действий, которая ломает этот мир. Пока мне видится это так. Ладно, ты готов? Перед глазами возникла женщина с выражением лица, сочетающим одновременно муки за судьбы всего человечества, надменность, сосредоточенность и усталость. Я представил себе это выражение лица. К сожалению, художник не смог изобразить во всей полноте это сочетание. Замечательное, но я попытался представить себе это выражение лица. Да, пожалуй. А к чему готов-то? Отлично. Тогда... мотор! Какой мотор? У Икаруса мотор дизельный 10 литров. Я даже не успел заметить, как она вышла из автобуса. А надо мной уже появилась камера. Камера? Вы кино снимаете? Я тут же закрыл глаза. Все верно, ведь по сценарию я сплю. Так. В совенке снимают кино. С Семеном в главной роли, судя по всему. А как оно называется? Какой-нибудь соблазнитель? Роковой мужчина? Хотя нет, на самом деле оно, наверное, называется «Тупой еще тупее в совенке». Сколько же так сидеть? 10 секунд? 20? Наверное, хватит. Я медленно открыл глаза и начал невидящим взглядом осматривать автобус. Точно, ведь совершенно неизвестно, как я попал сюда. Что это? Икарус? Но почему? Итак, самое удивленное выражение лица, на которое только способен. Надо представить, что сидишь в туалете, читая книгу, а тут распахивается дверь, и перед тобой стоит Генрих VII со свитой. Если честно, если бы я сидел в туалете, и ко мне в туалет вломился бы Генрих VII, я бы не узнал, что это Генрих VII, во-первых. У него на лбу не написано было бы, что это Генрих VII, во-вторых. Я бы не сделал удивленное лицо, я бы сделал злое лицо и вытолкал бы его со спущенными штанами. Ну ладно, ладно, ладно. Ладно, не будем обо мне. Давайте о Семёне лучше. А ничего, что я тут, простите за выражение, большую нужду справляю. Вот он удивится. Семён, ты главное не зайди слишком далеко и не вживись в эту роль настолько, чтобы реально не справить большую нужду в Икарусе, потому что я сомневаюсь, что Ольга Дмитриевна хочет от тебя этого. Я не смог сдержаться, и по салону растекся зловонный запах. Я испорченный. Я не смог сдержаться и громко расхохотался. «Стоп, стоп!» — кричала режиссер. «Это уже ни в какие ворота не лезет! Неделю снимаем, а материала с гульки нос!» «О, неделю? Так уже смена кончилась! А что вы... вы решили задержаться? Подольше? А где все? Я тут один?» Хотя мне это напоминает прибытие Семёна, да? Он прибыл в совёнок вот в первый день, проснулся и начал, ну, реально удивляться, да? Хм. Она подскочила ко мне. «Что опять-то не так?» «Да я тут, понимаете ли...» Наверное, она не оценит историю про Генриха VII. «Рискни, Семён». «Извините». Смотреть ей в глаза было тяжело. Не потому, что я действительно расстроился из-за того, что сорвал очередной дубль, а скорее потому, что просто боялся вновь засмеяться. «Ладно, перерыв». Режиссер сняла с себя панамку и начала ей обмахиваться. «Как же жарко!» «О,
Шурик? Так. Так лето же. Метко подметил непонятно откуда взявшийся Шурик. Шурик-то еще не протирал оптику с утра. Без тебя знаю, дурень! За камерой лучше следи! Шурик спокойно увернулся от запущенной в него панамки и вернулся на операторское место. Он вообще всегда такой спокойный, рассудительный и... скучный, однообразный и предсказуемый. Если честно, это все не про Шурика. Вот вообще ни разу. Если Шурик здесь однообразный и предсказуемый, то Семен явно что-то поломал в этом лагере. Я вышел из автобуса и направился в столовую, чтобы немного перекусить. И в дверях столкнулся с Машей. Ну что-что, а поесть Семен по-прежнему любит. Кое-что не меняется. Как? Никак. Неудивительно. Хочешь поесть? Я не могу с этого лица. Она некоторое время непонимающе смотрела на меня. Ну пойдем, что ли? Странно, вроде бы Маша уже была в столовой. Что, не успела пообедать? Я внимательно оглядел ее сзади. Семен, не шали. Две длиннющие косы болтались из стороны в сторону, задевая все, что встречали на своем пути. Тебе вообще удобно с такими волосами? Спросил я Машу, когда мы сели за стол. А что такого? Ну, они как бы длинные слишком, не? Так роль у меня такая, дурень. Как будто до этого они у тебя короче были. Роль? А какая у Маши, простите, роль? Она злобно посмотрела на меня. И принялась яростно размешивать бомж-пакет. Бомж-пакет? Подождите, откуда в совенке бомж-пакет? Я не ослышался? То есть не отчитался? Что за... что происходит? Я когда-нибудь гастрит заработаю с такой диетой. Да я уже... конечно, весь реквизит выпил с этими деятелями. И что такого? Мне за работу не платят, знаешь ли. Она у меня тяжелая. Главная роль, как-никак. Камеры и пленку не пью. Семен тоже напился сегодня? Вместо Шурика? Так у тебя язык может заплетаться уже, да? Так, у Семена здесь главная роль, кое-что действительно не меняется. Запомним. Как будто на Оскар претендуешь. Как знать, как знать. Семен достоин 10 Оскаров уже. Он такой многогранный. Я откинулся на спинку стула и закурил. О, Семен! Ты не боишься Ольги Дмитриевны? Что она с тобой сделает, если увидит? Где ты взял курево? Здесь вообще-то детский лагерь, если ты не в курсе. Да? И где ты здесь видишь детей? Маша фыркнула и ничего не ответила. Подождите, вы не дети? Так, совенок явно капитально поломан. Теперь это детский лагерь без детей, где курят, пьют и снимают фильмы. Я теряюсь в словах сейчас, поэтому продолжим. А ведь между тем все великие с чего-то начинали. Вот кто-то, например, с дипломного проекта. Ни одному нормальному человеку в голову бы не пришло такой бред снимать. Она боязливо оглянулась по сторонам, удостоверилась, что кроме нас в столовой никого нет, и продолжила. Только нашей Ольге Дмитриевне. Тебя же никто не заставлял. «Да!» – ехидно протянула Маша. «А что, у меня был выбор, по-твоему? Или у тебя? Или у всех остальных?» «Начнем с того, что ты могла бы, например, предложить другую тему». «Тему ему предложить? Какую тему?» Все это время Маша сыпала соль в кружку и, похоже, не собиралась останавливаться. «Я смотрю, ты любишь поострее». «Что?» Я взглядом указал на кружку. Черт! Она грохнула солонку об стол.
и расстроенно уставилась на горку соли, которая, как айсберг, борющийся с глобальным потеплением, никак не хотела растворяться. Ничего, доширак солью не испортишь. Ну вот. Мне внезапно стало жалко Машу. Да тем более, все равно я эту дрянь есть не смогу. Лучше уж хлеб с майонезом. На. Я пододвинул к ней свою чашку. Она молча взяла ее и принялась есть. Даже спасибо не скажешь. Так это все ты виноват. В чем же? В том, что отвлек меня, и я... В общем, ты виноват. Как скажешь. Маша ела молча. Я докурил сигарету и затушил ее об угол стола. Семен, ну ты не распоясывайся тут. Миш, ты. И что конкретно тебе не нравится? Да нет, если привыкнуть, очень вкусная лапша. Я посмотрел на Машу так, что без слов стало понятно, до какой степени глупым и неуместным был ее ответ. А, ты про фильм. Про фильм. Хотя бы моя роль. Да почему хотя бы? Это самое главное. Ты вообще читал сценарий, когда его писал? Семен не читатель, Семен писатель. Первые 2 дня читал. Дальше стало лень. Ну, читал. Подожди, Семен, ты сценарист? Ты сценарист и главный герой? Ты сам себе сценарий написал? Я боюсь представить, что ты понапридумывал. Наверное, предыдущий совенок — это детский лепет по сравнению с тем, что ты там сочинил. И что, тебе это кажется нормальным? Что именно? Роль! Моя роль! А что с ней не так? Что за роль-то, расскажите? Я решил до конца прикидываться дурачком. Хватит издеваться! Если бы ее взгляд мог убивать, то смерть моя была бы не из легких. Хорошо, хорошо. Успокойся. Маша пристально посмотрела на меня. А что плохого? Обычная девочка даун. Это ты на Мику намекаешь? До меня только дошло. Маша играет Мику. Ну, по сценарию Семёна, Маша играет Мику. Поэтому она выглядит как Мику. Да? Ой, как интересно. Таких же много, так? Она сначала покраснела, потом посинела, а потом позеленела. Она и так уже зеленая была с самого начала. Не уверен, что на самом деле именно такая гамма красок сменилась на ее лице за долю секунды, но выглядела Маша угрожающе. Если она позеленела, то, скорее всего, ее сейчас вырвет дошираком прямо на тебя. Поэтому я бы отодвинулся на твоем месте. По-моему, это отвратительно. Внезапно успокоившись, сказала она. А по-моему, нормально. Не может же фильм, ну или книга, допустим, состоять только из положительных, умных, красивых персонажей. Таких как я. Нужны герои второго плана, которые будут меня выгодно оттенять. Да, но не второго эшелона. Как будто в жизни таких мало. Но я-то не такая. Так ты играешь не себя. Ее упрямство начало мне надоедать. Да, это правда. Сыграть Гамлета хотят все. Сыграть какого-нибудь алкаша не хочет никто. Но кому-то же надо. И не сказать, чтобы сыграть алкаша было проще, чем Гамлета. Кстати. А вот люди посмотрят и сразу скажут: «Маша дура». Я закрыл лицо руками и опустил голову на стол. Хорошо. И какой выход из сложившейся ситуации? Не знаю. Просто все плохо. От того, что ты будешь ныть и возмущаться, станет лучше? Я не ною. А я не слышу, как будто. Хотя лучше бы и не слышал. Знаешь что? Я приоткрыл один глаз и посмотрел на разгневанную Машу. Ты с закрытыми глазами все это время был? Как бы ты тогда испугался ее взгляда с закрытыми глазами. Ну? Ты бесчувственная скотина.
Как вам будет угодно, мадмуазель. И... Она не успела закончить фразу. Дверь распахнулась, и с порога послышались веселые крики. О, самое время сделать перерыв и продолжить эту интересную историю в следующий раз. Не, ну это реально что-то интересное. Ну, не сказать, чтобы раньше все было прям неинтересно. Но вот это намного интереснее, чем то, что было раньше. Мне прям аж жалко останавливаться, но... Посмотрим, какое такое кино пионеры снимают. Про Семёна. Посмотрим, обязательно посмотрим. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Пока-пока.